удлиненный жакет. Номер этого лота 87303. Цена 1890 рублей за жакет. За такую роскошную выделку ткани. Оксана, это просто действительно настоящая фантастика. Тем более, я так понимаю, что у нас и сегодня цвета превосходные, радостные. Да, два цвета у нас есть в наличии. Наша Даша сегодня выбрала цвет мятный, а я для себя выбрала цвет голубой. Два благородных цвета, два благородных оттенка. Две грации, простите за нескромность, сейчас на этом подиуме. Действительно, чувствую себя в этом жакете именно грацией. Действительно, хочется держать спинку в таком жакете. Оксана, а какой размер у тебя, вот я бы хотела узнать? Я выбрала для себя 50-й размер, у меня размер 48, но жакет у нас абсолютно прямого, свободного кроя. Так, кстати, у нас, смотри, размер 50-го по 58-й, причем у Даши размер 48-й, вот она тоже взяла на размер побольше. Жан, смотри, вы выглядите абсолютно идеально. Да, но посмотрите, за счет чего это происходит? У нас есть запас. За счет чего? За счет, конечно же, правильных лекал. Посмотрите, как правильно простроена каждая линия. Даже выточка у нас здесь имеется. Правильная выточка, вертикальная выточка. Не тянет подкладка. У нас спокойно мы можем поднимать руки, совершать какие-то движения, потому что жакет абсолютно не сковывает наши движения. Потрясающая пластичная ткань. Два кармана тоже, кстати, простраивают нашу фигуру, подчеркивают линию бедра, делают наши бедра элегантными. При этом, посмотрите, мы получаем правильные пропорции, девочки. Это тот жакет, который вам подарит, ну и хорошее настроение, уверенность в себе, ну и, конечно же, идеально сядет на любую фигуру. Итак, идеально сядет на любую фигуру. Я еще обратил внимание, что помимо двух цветов, которые у нас присутствуют, голубой и мятный, у нас и разная выделка этой роскошной ткани. Обращаем на это внимание тоже. Но я хочу обратить особое внимание наших обожаемых покупателей, наших модниц, на новую цену. Итак, фантастика распродаж, когда новая цена сделала невероятный трюк, понижение просто фантастическое. 1890 рублей. Ваша выгода почти 3000 рублей. А старая цена в 4500 с лишним рублей не действительно. Оксана, скажи, как сочетать вот этот шикарный крой и цвета? Вот что, вот ты под юбку надел, под брюки же тоже жакет, хорошо. Такой жакет, ты знаешь, невероятно моден, невероятно популярен. И, конечно же, если раньше такой жакет считался классическим, то сейчас вот такие вот жакеты, сюртуки, жакеты, тренчи. Причем здесь у нас очень правильная длина. Длина у нас здесь хорошего смокинга. Он чуть-чуть длиннее обычного стандартного пиджака. Это тот жакет, который прикрывает и простраивает линию бедра. То есть такой жакет мы можем надеть как с каблуком, например, как и вот я надела, например, с юбкой из эко-замши, с юбкой-карандашом. Такой жакет будет смотреться, например, и с джинсами. Например, мы можем расстегнуться и сделать вот такой свободный, кажуальный жакет. Надеть, например, с широкими брюками будет смотреться, ну просто, девочки, невероятно. И посмотрите, сколько здесь интересных деталей. Во-первых, мне очень нравится то, что здесь у нас скрытая застежка, скрытые пуговицы. На запахе слегка получается. Да, на запахе. Причем, посмотрите, как деликатно выполнены эти пуговицы. Прозрачные, чтобы не менять структуру ткани. Как будто хрустальные. А вот самые верхние пуговицы, которые открываются нашему взору. Ну, бриллиант. Вот, бриллиант. Оксан, я обратил внимание, ты слегка приоткрыла вот наш жакет. Я видел, что он на подкладе. То есть, по большому счету, мы можем его назвать летним полупальто тоже. Да, летом с удовольствием будем носить наш жакет как летнее пальто. А вот зимой сейчас, например, мы будем носить его под шубу, под дубленки. Мы наденем, конечно же, такой жакет на 8 марта, на праздник наденем для того, чтобы покорить своего любимого мужчину, поздравить 23 февраля, несомненно. Ну и, конечно же, обратите внимание на благородные материалы. Обратите внимание, какая подкладка. Атлас. Ой, вот по такой приятный подкладке телу, можно приятный на ощупь. Судить по качеству изделия, да, вот как всегда в Европе говорят. Вот по подкладке как раз мы все определим. Но я сейчас хочу призвать мужчин, которые, возможно, смотрят сейчас вместе со своими вторыми половинками наш эфир. Если вы задумываете о том, как сделать шикарный подарок, вот он, идеальный шанс подарить роскошное полупальто летнее, или, как мы его называем, удлиненный жакет, в двух цветах выполненный по самой низкой цене. Итак, шикарное летнее полупальто, он же удлиненный жакет, который пригодится нам как минимум на два, а то и три сезона. Осень, весна и лето. И все это по цене
1890 рублей. Выгода 2700. Номер лота 87303. Оксана, пока мы с тобой показывали, и ты дефилировала по нашим бодиям, продано уже 123. Потрясающий результат. Потрясающий результат. Мне кажется, это жакет для первой леди. Это жакет для вас, дорогие женщины, потому что каждый из нас может сегодня стать первой леди. Но благодаря такому жакету сейчас видно дорогая, богатейшая фактура ткани. Посмотрите, наша ткань словно вышита. Каждый узор вышит. Причем обратите внимание, что два жакета у нас имеют не только разный цвет, но и разную фактуру. А у нас фактура объемная. Фактура действительно дорогой ткани. Вот такой легкий-легкий жаккард. Как будто каждый элемент у нас вышит вручную. Что за ткань у нас? Вискоза, лавсан и лайкра. Потрясающе. Удивительное трио. Я очень люблю это трио за то, что... А как ухаживать? Стираем в стиральной машине, вот сушим на плечиках, да легко и просто, конечно. Вы представляете, что вы получаете? Вы получаете шикарную цветовую палитру, освежающую, омолаживающую. Вы получаете идеальный крой, подходящий на любой тип фигуры. Вы получаете красоту, вы получаете практичность. Это тренд 2018 года. Продано колоссальное количество. Номер лота 87330 на 1890 рублей.